А я потом, Саша, сниму ее. А ты что снимаешь? Вообще нет. Вот такую классную качалку мы сделали для нашей Анечки. Да, просто отлично. Просто отлично. Повесили у нее крана. Канаду приступили резинку. Вот. Завязали в него хороший кусок ткани, который не эластичный. Положили туда матрасик из-под коляски, чтобы не так сильно она туда заволакивала. Постелили туда пеленочку, посадили Анечку. Можно ее использовать как люльку укачивающую, а можно как качельку. Вот так вот посадить, немножко свечить, качаться, положить подушечку. И с таким намеком, что мы даже не укладываемся, а играем, качаться. А потом, когда укачаемся, потихоньку задремываем, как кошка спит. И что это касается, она качается. Нет, в нем уже спит. Вот. А потом просто кусок ткани вот так расправить. Вот так. Такой гамачок. Наш тело. Ага. Ну,